свернули на эту просёлочную дорогу, увидели два автомобиля, Запорожец и ВАЗ-2103. Запорожец пытался скрыться, его задержали. В автомобилях находились запорожцы, зарезающие оборудование, а ВАЗ-2103 свежесрезатые уголки еще теплые были. На данной опоре срезаны уже нижняя обвязка, так, нижние уголки. Если не восстановить эту опору в ближайшее время, так, если начнется ветер, так, опора может разрушиться, и в итоге эта линия, питающая город Николаев, подстанцию ЧСЗ, подстанцию Лиски, а подстанция Лиски, сами знаете, питает большую часть города. И необходимо будет сейчас принять, ну, будем так говорить, срочные работы по ее восстановлению. Срезав 2-3 уголка, получил там какие-то копейки за этот металлолом, так, а на восстановление требовались десятки тысяч гривен, потому что для того, чтобы восстановить, надо было убрать поврежденное хозяйство, все это, и по новой все восстановить.